Всем привет! С вами Пеннипрец. Вы можете помнить меня по новогоднему розыгрышу, в котором я разыгрывал 3 хамелеона. Ну а также я иногда открываю кейсы, и иногда даже очень удачно. Собственно говоря, чем мы сейчас и займемся. На балансе вот есть столько, как обычно, 2 сотки с промокодом. Стратегия точно так же. Будем мериться амонгами, смотреть, что из этого получится. Сегодня у нас нету никаких розыгрышей. Вот. Розыгрыш у нас будет в воскресенье, воскресный, в котором будут разыграны 3 скина. И кто еще не знает, что это такое, читайте условия в описании под видосом. Вчерашний розыгрыш, да, вчерашний, там как-то так вызвал резонанс. Там ребята писали комментарии, что несогласность там, ну, как бы, с тем, что кто-то писал там по нескольку комментариев, там, да, вот. Ну, на самом деле, ребят, я же, если вы ролик пересмотрите, я же там прям сказал, что пишите несколько комментариев, главное, чтобы они были разными. Что-то прям, смотри, Сливчанский, как походу вчера, да, вот. Ну, просто кто-то написал несколько комментариев, кто-то не стал писать несколько комментариев, да, то есть, ну, это же ничего страшного, это тоже 30 рублей, 15, ёп, твою мать, что за бред бредовый, да? Ну, давай посмотрим, что даже желтый, охренеть вообще, да? Призрачный фанатик, обалдеть! С 200 рублей мы подняли 96, вот это да. Ну ладно, мы, соответственно, это продаем. Ну, я не могу не открыть Among Us. Я не могу его не открыть. Не, ну конечно, сейчас мне кейс батл будет, это стимфолийская. Кейс батл мне сейчас будет, это там, бороду выписывать. По причине того, что... Я же это, ну там, обнес его, периодически обношу его, да. Ой, тебя ж продать сперва надо было. Ох, ну потеряйся, окно. Как-то, ой, а зачем я сюда-то, собственно говоря, кликаю-то? Еще разок давайте. Хотя можно 2 каких-нибудь крутануть, но лучше 1 этот крутануть, да. То есть условия вчерашние, что если я набираю... Да ёб твою ж. Фу. Так, может тогда мы это... Сколько? 93? Может Одина попробовать 3 раза открыть? А, жара какая. Ну, как бы не жарко. То есть я что-то тут маленечко грибанул, словил температуру. Ястреб рубль стоит, да? Ну нет, это прям... Сливчанский, заливчанский. Сливной. А, и что? Сколько это? 70. Так, не, мы тебя продаем и снова тогда пытаемся сам этим. А, Содина, что посмотрим. Вообще фигня. Ну, как бы, сегодня не тот раз, когда я удачно окупаюсь, да. Может, мы тогда в этот хотя бы, давай сильверы, может, сильверы сегодня чем-то порадуют. Потому что прям... Ох, прям это. Ну, 2 дня окупа, 2 дня слива, да? Это, в принципе, наверное, все нормаль. Нормуль. Нормаль. Так, а сколько там еще на 2 раза, да, есть? О-о-о-о. Шикарная дропчанская. Прям дроп шикарный. Ё-моё, я просто в ахере.
черный песок. Ну и чё? Ух! Вот так. Вот так. Как говорится, и на Пенни бывает проруха. Ребята, в общем, вот такой сегодня сумасшедший получился open case, да? Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. И всем до новых встреч.